Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов. Андрес Цорн. Первый раз. 1888 год. Холст масла 91/54. Андрес Цорн – один из самых известных шведских живописцев. При жизни он прославился как первоклассный портретист. Мастер создал целую галерею изображений влиятельных людей своего времени. Ему позировали даже американские президенты. О том, что авторитет этого творца в художественном мире был заслужен по праву, может свидетельствовать представленный холст. Работа отличает сложная, богатая фактура, особенность варьирования графической и живописной техники. Андрес Цорн использует условную штриховку тел, обобщенные мазки, водные поверхности в нижней части и объемную, осязаемую трактовку глади в центре, которая снова переходит в почти абстрактные пятна вверху. Эта, казалось бы, простая картина очень интересна с живописной точки зрения. Мастера не интересуют персонажи как таковые. Главный акцент он делает на выразительности воды и небес, которые смешиваются в насыщенном воздушном потоке. Ну вот такое описание нашел к работе Андрес Цорн. Первый раз. 1888 год. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, до новых встреч. До свидания.